Если снится вам, что вы занимаетесь любовью с кем-то, то есть сексом, будем называть именно вот этими словами, любовью, уже более так для Ютуба культурный. Значит, смотрим, что такое заниматься любовью. Это глубинный контакт с вами. Глубинный – это внутренний контакт. Поэтому то, что будет касаться конкретно вас или другого человека. Опять смотря, кого вы смотрите. Если вы занимаетесь любовью с бывшим, значит, вполне возможно, может быть, контакт с ним. То есть объявится бывший, и с вами какая-то будет встреча, которая глубинно будет вас касаться. Ну, например, может быть, элементы будет платить. Может быть, наоборот, откажется от элементов. Или будет делить с вами какое-то имущество. Такое тоже может быть, да. Может быть, и ругаться будет. Поэтому здесь опять смотрим по дополнительным силам. Если бы голые занимались с ним, ну, тут обдерет как липку, вполне возможно. Незащищенность какая-то есть. Поэтому, ну, бывший еще может показывать, например, на человека, если там было все нормально, вы не видели. Самое основное, вот смотрите, яркие такие символы. Если просто видно, что вы занимаетесь любовью, и все. Значит, ну нету такого символа голый, ярко такого. Значит, вы просто занимались любовью. Все. Это толкуется именно в одном, что близко касаемо какая-то встреча будет у вас, и все. Но дополнительные символы дают то, что я сказала. Если в одежде, смотрим, какая одежда. Может быть, с проблемой, может, еще что-нибудь. Человек, может быть, если это бывший, может быть, это такой же человек будет, который ваш, который потенциально мужчина может быть ваш, который может, будем говорить так, за вас, жениться на вас, составить семью. Это тоже при позитивных направлениях. При позитивных направлениях, то есть опять позитивно смотрим, эмоции. Приятно, неприятно. Да, забыла сказать, если вы занимались любовью во сне, если у вас опять тут есть очень тонкий штрих. У меня на сайте есть там именно, когда занимаются любовью, сны именно вот с этой символикой. Значит, если это снятся подросткам, значит, эти сны могут не толковаться. То есть это для того, чтобы снять сексуальное напряжение. Есть такое. Поэтому ему могут сниться какие-то сны с сексуальной тематикой, и это снимается напряжение сексуальное. Если вы не занимались давно сексом, и когда во время сна вы, будем говорить так, пришли к конечному результату, приятному, значит, здесь тоже не толкуется. Значит, у вас просто накопилась эта энергия, и вам приснился сон с соответствующей тематикой, и вы просто-напросто реализовали свои сексуальные, будем говорить так, возможности, чтобы не накапливалось, потому что это может быть воспалительное заболевание, если там накапливается. И организм таким образом автоматически у вас все это убирает. Если же нету конечного результата, но сняться символическим вот таким направлением, это да, это символика. Если у вас пунктуально есть, будем говорить, любимый человек, с которым вы занимаетесь любовью, значит, здесь совершенно другая тематика идет. Значит, это сексуальная вещь. Не сексуальная, а это идет именно, где мы расшифровываем сны. Это уже идет символика. Значит, смотрим. Иногда бывает, если вы с мужем бывшим, если со своим мужем занимаетесь любовью, значит, мы рассматриваем символику. Я сказала, не смотрим там, где это действительно там уже реализованный сон. Будем говорить так, с конечным результатом. Мы смотрим символически. С мужем, значит, контакт будет хороший. Если у вас есть то, что вы хохотали, смеялись при этом, будем говорить так, или были негативные какие-то символы рядом, которые показывают на негатив, вы проснулись, у вас было гадостное настроение, значит, готовьтесь к каким-то разборкам с мужем. Глубинным при том, который будет глубинно вас касаться. Особенно, если вы еще на кухне занимались. Есть у меня сон такой, что со знакомым человеком. С чем связан, занимались любовью со знакомым человеком? С чем этот знакомый человек у вас был связан? Ну, например, у женщины был это юрист. Ей приснился сон, что он на кухне, на кухонном столе занимается любовью со своим юристом по работе, который через какое-то время кухня – это то, что готовится. Стол пока устойчиво будет. Любовь глубинно касается юридические какие-то законы. Ну и вышло так, я в декабре приснилась, а в январе коллективный договор пришел, он говорит, переписали, и матерям-одиночкам, она была мать-одиночка, убрали пособие.
именно которое было по работе, должно быть. Или урезали, или убрали, что-то в этом роде были. То есть глубина, которая касалась. Это вот такой сон. Поэтому знакомые люди, эта глубина касается вас. Если это риэлтор по квартире, если это домоуправ, значит дом касается, и все остальное, глубина будет касаться вас. Будем говорить, даже болезненно иногда, или наоборот, приятно будет. Поэтому смотрим. Есть сосед, соседний, значит, что-то рядом. Опять смотрим дополнительные символы. Есть у меня, когда люди просыпаются в шоке и рассказывают, это же надо, говорит, я занимаюсь сексом со своим отцом. Или со своим ребенком, или с матерью. И такие вещи обычно не рассказывают. И почему-то думают, особенно подросткам иногда очень часто снятся, что с матерью и все остальное. Но он видит только мать. Часто. Поэтому ему снится, ему вроде как стыдные сны считаются такие. Это неправильная вещь. Надо разговаривать иногда с ребенком, чтобы у него не было комплексов, что он такой порочный. Это бывает такое. Поэтому такие сны могут сниться и вам. Но с отцом это значит какое-то дело. Отец – это реальные события, которые вам нужны, обязательно нужны. Они должны пройти. И поэтому посмотрите рядом какие-то события, которые вас глубинно будут касаться. Это самый наилучший вариант. Этой женщине снился сон, что она занималась, по-моему, сексом с отцом, и здесь она встретила мужчину. Встретила мужчину, там еще дополнительный сон какой-то был. То есть туфли мерила, потом еще что-то, и вот именно вот этот сон. Она пришла мне и говорит, это стыдно сказать, но вот такой вот. Я говорю, значит, посмотрела на мужчину, лучше ты не найдешь. Вот смотришь, этот мужчина, который должен пройти по твоей жизни, должен пройти. Это значит, или ты опыт с ним берешь, или это твой мужчина, который по жизни будет. Значит, в любом случае на него обратила внимание. Если с матерью, значит, это желание, которое должно быть конкретное желание, которое для вас самое лучшее, которое на данном этапе это может быть. Ну, а там по этому самому сестра и прочее, вот эти все эти вещи идут. Хотя, я говорю, в подростковом возрасте может быть всякое по этому самому. То есть вам дается какая-то вот такая вот символика. Дальше. Опять надо смотреть, как я сказала, голая незащищенность. Значит, не очень хорошо. Если вы, например, вас где-то в общественном, например, месте занимались любовью голые, это потеря репутации. Вполне возможно, что это может быть вы какая-то что-то о вас узнают такое интимное, что вы можете потерять репутацию. Потому что голые это всегда обсуждение какое-то идет. Именно здесь. Если вы надетые и занимались в общественном месте сексом, с каким-то, может быть, со своим молодым человеком или с любовником. Это говорит о том, что вы слишком открыты для других, и вы посвящаете других в какие-то интимные сферы, которые не стоит это делать. И поэтому тоже это нельзя делать. Поэтому, хотя при общественном этом, может быть, будут какие-то вещи, которые будут у вас конкретно касаться, глубинно касаться. Это, может быть, у вас будет счет в банке лежать, а потом его могут заблокировать. У вас глубинно чего, ой, как будет касаться по этому самому. Это тоже может быть секс. Секс с вашим юристом. Тоже может быть. Поэтому вот здесь дальше смотрим. Если, например, вы занимаетесь сексом, будем говорить так, нетрадиционным. Девочка с девочкой. Поэтому в этом отношении. Здесь опять надо смотреть. Может быть, есть когда мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, есть и такие вещи. Но здесь как бы показывает ваше сексуальное предназначение. То есть, может быть, вам больше нравятся где-то женщины, а вы это подавляете. Такое тоже может быть. Так как я работаю очень долго астропсихологом, у меня были случаи, когда вот приходили и рассказывали, да, я пробовала секс с девочками, мне больше нравится, чем с мальчиками. Хотя и с мальчиками, с девочками вроде одинаково. Но вот именно такое вот направление. Это тоже есть по этому. То есть, это как идет компенсаторность. Сон. Есть компенсаторный сон. Есть, когда женщина видит, что мужчина, и она приходит, ой, говорит, как у меня одна женщина, говорит, я смотрю, у меня муж пристраивается сзади. Поэтому я ему говорю, попу не дам. Пришла и говорит, а что это такое? Я говорю, ну, у него предпочтение идет, больше вот именно с таким сексом связано. Он может себе подавлять это. И, кстати, по Фрейду это очень много пишется, такие вещи. Поэтому может быть подавленный гомосексуализм, но это у нас обществом порицается, и поэтому это может быть подавление такое. И бояться этого не надо. Это если, когда, будем говорить, достаточно сильные, будем говорить, нравственные условия, это делают. Но это можно реализовать у мальчик с девочками. Это очень часто это делается, такие вещи. Если оральный секс. Многие путают, что это сексуальный секс. Нет, это может быть именно связанный
С информационной вещью. У меня есть закрытым, но сейчас расскажу этот сон, поэтому в закрытом ролике есть. Ну, расскажу. Это мне одна клиентка рассказала. Говорит, видела сон, что, говорит, занимаюсь оральным сексом. И сплёвывают сперму. А мне сверху голос говорит, не надо это делать. Поэтому, и она мне говорит, неужели мне надо заниматься? Я никогда не занимался, мне, может быть, надо оральным сексом заниматься. Я говорю, нет, не надо. Просто тебе надо усваивать то, что тебе дается сверху информация. А ты не усваиваешь, ты ее выплевываешь. Это ценная вещь. Сперма – это ценная вещь. Из нее получаются дети. Из нее получается присоединение с яйцеклеткой. Это физически, это самое, получается физическое тело. Это ребенок может получиться. А ты какие-то ценные вещи, а там действительно так. То есть ей даются какие-то ценные вещи, она так послушала и сделала по-своему. Послушала, как у нас многие обучаются, пришли, послушали лекции, и побежали дальше на другую лекцию, не применяя в практике. Вот у нее примерно такое. Поэтому и голос сверху говорит, не надо это хорошая вещь, это надо усваивать. Поэтому рот это связано, будем говорить так, это информационная вещь. Поэтому вот такие вот вещи. Животными, если ты занимаешься животными. Животными это опять надо смотреть. Бывает, что тоже есть сексуальные предпочтения, может быть, она подавленная, но это не всегда так. Бывает, это просто как контакт. Если со львом, значит, власть. Если, например, с собакой, опять же, бывают такие вещи. Значит, это, может быть, это контакт с роднёй, может быть, достаточно глубинный, который, и опять смотрите, позитивно или негативно, как у вас, почему, потому что это глубинный контакт. Может быть, дележка будет вашего имущества. Такое тоже может быть. Приедет, скажет, так, я с тобой буду жить, пожалуйста, потому что мне тоже идет по завещанию, например, вот эта квартира. Поэтому. И вот это тоже может быть. Почему? Потому что это глубина, то, что вас глубина будет касаться. Поэтому опять смотрим, какое животное. Дальше. Если бывает связано секс, например, с инопланетянами. Инопланетяне или какие-то непонятные эти самые вещи. Это тоже не очень хорошая вещь. Почему? Потому что здесь, может быть, астральные какие-то бывают контакты. Опять надо смотреть. Если вы после сна что-то ощущаете, есть ощущение, значит, здесь присутствие чего-то негативного есть. И было присутствие, что именно с инопланетянами у человека была порча, конкретная порча. И постоянно вот забиралась эта энергия сексуальная у женщины. Она постоянно ходила сонная. Постоянно ходила сонная. Пока несколько лет, будем говорить так, и думала, что это все нормально. Потом ей сняли бизнесом начала заниматься девушка. В самом начале 90-х бизнесом начала заниматься. А то все время сидела на работе, спала. Там как электровеник стала работать. Вот это забор энергии идет. То же самое вот и с мертвыми людьми. Это тоже надо смотреть. Почему? Потому что очень часто астральные сущности приходят и под видом мужа, жены, который занимается сексом. Ты же не будешь бояться, если с тобой ляжет муж. Ну, мертвый, ну ладно, по этому самому. И ты проснулась вроде бы когда. И ощущение есть, но ты ничего не видишь. Вроде тебе проснулась. Это астральная вещь. Поэтому тут надо быть аккуратнее. Почему? Потому что когда у вас забирается постоянная энергия, поэтому это ни к чему хорошему не приводит. Это приводит первое. Вы не можете выйти замуж повторно. Потому что вы уже реализованы, вы уже накормлены. Или накормлены, или вот это вот. То есть у вас уже секс есть. И вам уже нету желания искать никого. Это как в магазин ходить уже покушавши. Уже ничего не хочется. И то же самое, это, если это часто, то это забор энергии. Это может быть миомы, фибромы, кисты, полипы. И даже до онкологии может доходить. Потому что это постоянно забирается энергия какой-то сущностью. Она просто переливается в определенные формы. Поэтому, но иногда бывает, что мертвый человек может предупреждать, что вас глубинно может касаться что-то. Это может быть заболевание, от которого человек умер. Или ситуация, от которой человек опять же умер. И эта глубина вас может сейчас коснуться. Поэтому на эти вещи надо обязательно обращать внимание. Ну, где-то вот примерно опять напомним. Заниматься любовью. Опять смотрим, где, как, чего и все остальное. Но это глубинно касаемая ваша вещь. Именно вас. Хотя, если вы можете видеть посторонних людей,
Может быть, вас меньше будет касаться, но вашего близкого человека –